Охренительно! О, да! Это то самое, что я хотел. Это велосипед. Офигенно. Блин, ну я вообще доволен. Эмоции прям охрененные. То самое, что я и хотел. Именно легкость, максимальная легкость. Чувствуется реально велосипедом. Это однозначно круто. Мне пока все нравится. Вот они, два аппарата. Тот самый распространенный, массовый, всеми любимый XR со 177 движком. И вот эта новинка от Racer со 174 неизвестным движком. Новая дянка 300 кубов. Собственно, вот она. Сидушка. Вот он горизонт. Ну, плюс-минус одинаково, я думаю. Вот по этой нижней точке. Но если садишься... То есть вот просто, я без особого усилия прожимаю на этом аппарате. Ну, сейчас он еще в ножку упирается. Ну, короче, сами видели, какая там подвеска. Просвет плюс-минус одинаковый, наверное. Так что самое главное, что я хотел сказать, геометрия у них плюс-минус та же самая. Для людей низкого роста он, наверное, будет высокий в плане забраться на него, закинуть ногу. Но когда садишься, подвеска прожимается, и, в принципе, он становится ниже, чем тот. Ножки находятся... примерно на одном уровне. Рули абсолютно одинаковые. Это футбаровские 28-22. Но за счет, опять же, вот этой формы рамы. Здесь он вверх идет, здесь ровненько. То есть руль просто траверса сама выше стоит. Вот это, я так понимаю. 115 км в час. Я думаю, нормально для первого выезда.